это все. Привет, друзья. Кого? Стойка. Да, Саш? Стойка. Да, лишняя. Пойду стойки. Большой дебилевский. Вот это волнение. Вот Настенька, ей 10 дней до роддома осталось. Вот, как-то вот мы все волнуемся. Друзья, выпьем! Это позиция. Что-то ей надо разбавлять. Это за пиво. За баром, люди, пожалуйста, можно одно пиво темное. Раз, два, три, четыре. Хороши, со мной все средства хороши, со мной все средства хороши.
Четыре грамма, всего осталось.
4 грамма, но ведь мне не плохо. А каверзные вопросы какие-нибудь есть у вас? Давайте. Хороший вопрос. Ответ очень хороший. Есть? Пока нет. Работать надо лучше. Буквально вот в премьер-министры. А чего так хуево живем? Пока ну, нет. Первый, если 17-й. 16-й, правда, версия. Наши больше жемчужинские, они это как титулы в боксе. То есть по версии такой-то 16-й альбом. Первый, потому что мы в кои веки записали альбом не там, где обычно. Свели его не там, где обычно. И даже его тиражировали не там, где обычно. Поэтому он первый для нас. То есть у нас дурацкая есть традиция, я храню все яйца в одной корзине. Вот, в этот раз мы решили... В одной штанине. Подошли к другому. Пошляк. Хотел бы сказать, пошляк, самое главное. Дальше поехали. Наташа,
такая версия. Да. Раз, два, три. Все скоро будет. Настенька, солдат рок-н-ролла. Это не имеет пола. Что ты куришь-то? Люди спрашивают, что ты куришь? Я не знаю.
Ну, где не курит, там куда жидкость какую-то безумно крепкую. У меня чуть легкие. У меня снова легкие взрывают. Не злитесь чуть у меня. Ты мне. Сейчас по кругу расскажу. Ну. Не давай! Вообще. Это все стрима. Бля, сын нормально, чё это? Раз, два, три, четыре. А есть такие, ну, которые кому-то нравятся. Мне нравится, нормально. Вот эта песня нравится нам всем. Очень давно нравится. Ты же сбитва. Нет, не сбитва. Это министерство, министерство, да. Классная вещь, вот мы ее подняли с листами. Вот. Надеюсь, что как-нибудь мы ее запишем. Ну, да. Она вот. Почему, в общем-то, родился проект «Велосипедисты»? Потому что некоторые вещи в роке с такими, ну, с нормальными барабанами, там, с грозными гитарами не получается.
абсолютно. Вот я вам прямо сейчас те песни, но многие из них, которые ну, никак, ну, никак не ложились. Другое время, другие эмоции. Вот. А эмоции 90-х – это эмоции те, которые были в 90-х. Выпьем, друзья, бля! Вот. Именно это и есть группа 90-х. Выпьем, друзья, сделаем все хорошо. Это очень важно, на самом деле. На самом деле очень важно. Карта черня. Конечно. Пьянство. Никто не отменял, в общем-то. И никто не запрещал особо. Сим живет. Ну давайте классику. Классику советского рок-н-ролла. Советского рок-н-ролла. Вот да. Кроме того, что мы поем песни старых 90-х годов, чуть-чуть мы коснулись святого. Группы Нейродин. Не, это еще святее. Это еще святее, ты что? Акстис. А, извините. Елис. Извините, пьяный уже. О, нормально, вот сейчас будет. Даже можно сказать хэви-метал. Давай. Обычно. Давай хэви-метал. Давай. Давай. Почти все. Ну теперь тоже классно. Меня люди так мучают здесь, так мучают, что я говорю, это пиздец просто. Ты же спел любимую. Любимую? Я спою любимую. Любимую да любимую. Мне неплохо, мне пить. Я, в общем-то, довольно скоро.
через песню будет. Песня «Любимая для любимой». Сейчас пока то, что я говорил, одна из песен группы «Не разлюбит». Просто чувствуешь, чувствуешь. Сказали, что воду принесли. А то, что что-то раздавило. Закрасило. Еще ручками махать еще раз. Ну что, Настенька, на самом деле, зачем нам второй ребенок? Не нам, точнее, а вам. Настенька, мы с ним вместе. Ничего, потом уже, потом, вот и расстаемся, да? Нет, возмущается, все боится. Давайте, все готовы? Раз, два, три, раз, два, три. Самых новых песен. Вот
часть песен, которую мы делаем, это песни, которых нет ни Зеппеля, которые специально были написаны для... Да. Это там запипикал кто-то там, звукач там, поставил маркер. Песня про мою огнешку. Мою любимую огнешку. Ёпти, ты что, здесь? Саша, а ее здесь нет? Нет. А тут ты смотришь, я все хочу, я смотрю в камеру. Огнешечка, привет! Огнешечка, привет! Раз, два, три. Раз, два, три, четыре. Спасибо.
твоя песня про любимую? Про любимую песня про Агнешку. Я понял, я пошутил. Да. Бунка Гайен тоже крут. Хоть я и не верю в полёты в космос, но... Друг! На Гагарина верит. Он не единственный. Да, вот некий миф такой, да, вот... вот. Да. Никого не видел, кто его видел уже. Собачки вернулся. Он видел. Потом, скорее всего, мы запретили говорить, что Земля плоская. Ну, такое время было. Она плоская. А ты не гадай. Просто он черепаха списал. Это есть такое прекрасное произведение. Хорошая версия. Не помню. Есть прекрасное... Испугался черепах. Сашка, есть прекрасное произведение какого-то автора, я не помню. Называется «Монах на краю Земли». Там вот про это все. Что в космосе не существует. Но очень интересно. То, что вы видно, это я давно знаю. Это миф. Как любовь там. Что? Только ради бога. Что запрещаешь? А поиск как шутка не пойдет. Это, как говорится, нет, исключение. Не будем делать перерыв, как покурить. Ой, а раньше вы, конечно, курили, да? Помните такое уже время? Дым стал бомбой. Старожилы, кто помнит. Раньше курили. Вообще, раньше. Хорошо это было, не знаю. Можно, а теперь нельзя. Раньше можно. И это будет, Саша. Сашка, скажи пару слов. Раз, 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 раз. Пару слов. Опять же, песни, которые... У нас все песни про любовь, как не родили. Вот. Но ее нет в репертуаре не родили. Да, это хорошая песня. Не Радзюбина, но очень-очень старая, да, Саш? Какого она года? Она 90-го года. Вот. И она не была, даже вообще не было его нигде. А теперь есть. Мы поднимаем часть песен, которые были записаны давно, по пьянке. Ой, какой пьянке? По чаю, по чаю. По чаю, по чаю. Мы же не пили с Юрой на ОМ, там, в 90-х годах, в начале. Вот. У нас был 3-литровый термос чая. Чефир. Нет, обычного чая. Не нужно, не передергивайте. Товарищ Московский. Из Москвы, кстати. Заговорим прямо уже. Москальская. Да, Москальская можно. Не передвигай, пожалуйста. Вот. Был чай. Мы с Юрой писали разные песни. Вот. Часть из них была забыта. И сейчас мы их достаем. Егерь. Ягермайстер. Раз, два, три, четыре. Кто это, кто? Егеря убил.
Светленького, пожалуйста. Спасибо. Необходим антракт, Саша. Ну, девушка, ну. Ну, сходите, покурите. Я не одна, значит, много два. Сейчас будет неинтересно, если... Да, вот, если просто было. Сейчас я бы сказал, покурил на этой песне. Нет, что это? Что это? Не настолько. Распасть. Я думал, это был Ассанж. Давайте, друзья. Я про вас. Сейчас песня, она, ну-ка, очень-очень-очень новая для нас. Мы постараемся ее сыграть без всяких косяков. Женя, промочи горло. Тося, ну же позови. Я не могу. Он продался за сигарету. Давай, Тёмка, начинай. Я сижу. Наркоман. Да я еще потяну твою. Убей себя. Убей меня нежно. У тебя есть там? Аккуратно только. Оба-на, оба-на. Пошел, пошел, пошел. Стоять. Прислонись к стоечке. Нет, вы не подумайте, это просто электронная сигарета, вот клянусь. Все законно. Честная пионерская. Блять, незаконно такое. Могу даже баночку предъявить и сказать, что купил. Нет, если кому интересно. Все честно. Если бы я знала, я бы все-таки смотрела. Давайте начинаем. Играем. Бьется
нас есть вторая, да. У нас есть одна песня, которую мы сделали специально для нашего очень большого друга. Для тебя, Машечка. Ух ты! Давай, давай! Боря! Евгений, вы готовы? Не дрожащей рукой поддержишь, снимешь паровой встал, хотя бы. Когда можно разговаривать, рассказывать о том, как это было придумано. Минуты три, максимум пять.
Молчи! Это нормально. Я учился на архитектурном факультете. И нас пригласили, моя декан пригласила сыграть на день архитектора на группу нейротюбер. Мы пришли в шайбу, наш факультет снимал шайбу тогда. И мы репетируем. И я придумал вот эту вещь. Вот. Куликович прибежал и говорит: «Макс, что это было?» Я говорю: «Саша, если сыграл соло, ты больше такое соло никогда в жизни не услышишь. Я его больше не сыграю, потому что я помню только мелодию, а вот то, что я сейчас сыграл, это забыто». Но я потом очень долго сидел, и в альбом «Варсинки Кадышки» — это была последняя песня в альбоме, и я ее записал. Спасибо, Саша. Саша, представь Максима. Может, он не знает. Спасибо тебе. Максим Паровой. Коллег знает. Максим Паровой — это наш гитарист, который более судит, уехал сейчас в другую страну, но который, тем не менее, на нашем сайте, на Zimbrick.com, значит, как наш гитарист, который помогает нам во всем абсолютно. То, что сейчас вы будете видеть, плакаты, майки, открытки, это все сделал Макс. Просто вот тут. Максим, спасибо. Вы потом его увидите. Вот. И вы, то, что он почтил нас. Спасибо. Вот, это моя стена. Когда будет мелким шрифтом, там написано на задней части обложки. Макс Паровой, спасибо. Наша стена. Без тебя. Макс, без тебя. Мы, конечно, талантливые. Я не люблю, но это и славы такой вот. Макс, всегда приятно услышать добрые слова от добрых людей. А я добрычек. Я знаю, что ты скромничек, но тем не менее. Огромное тебе спасибо за все, что сделал. Для тебе спасибо. Нашей группы и для особенно первого. Искусству нужна поддержка! Ура! Макс! Не нужно было. У нас концерт без фадистов, он же по душе, да? Мы же все пьяные там, что-то говорим. Кто-то пьяный, кто-то выпивший. Вот, но искренность главна. Троллей, типа. Поехали дальше. Yeah.
там нужно. Как трос изменял. Ну что, девочки, что ждал? Смерть лишний покор и кайф. А сейчас вот возврат к легендам. Завинского хэви-метал. Раз, два, три, четыре. Чистой воды. Это из нового. Из нового альбома. Сейчас песня будет из нового альбома, который еще нет. Надеюсь, из нового альбома. Саша, я сегодня искал фильм. Какую-то страшилку там, да? Ну, там Smart TV. Смотрю. Есть такой фильм. Поворот не да, есть такой фильм. Да, нет. Жень, был такой фильм. Ну что вы думаете, у меня что-то свое? Нет, я все ворую. Наша песня вот так. Город Нежка. Вот сейчас тоже наша собственная песня. Не имеет отношения к ней. Темп 128. Ко мне, да. Темп, кстати, 128, это важно. 128. Очень важно. Запомни. Сейчас метроном включим. А где уже не ухо? С метрономом. Раз, два, три, четыре. Чинуба.
Самая маленькая зарплата в Беларуси. Ой, да ладно, в Минске тоже. Ну, на Киеве у нас был тур по Беларуси. То есть мы там зависли в Шарковщине на 3 дня. Счастливый. Какой был там гуляш. Это были самые счастливые 3 дня в этом туре. В этом ебаном страшном туре. Это монахство было. Шибаны так просто. Прекрасный город. Шарковщина, просто город мечты. Мы были в туре, у нас был весь тур. У нас был то ли 19-го, то ли что. И всех увольняли после этого вот нашего тура. Ну, Александр, директоров ДК. Это было, ну, а минералку его масло зашибись было? Это было страшно. Было очень неприятно, на самом деле, да, нам говорили, что это уволили, это уволили, это уволили. А люди были хорошие. Люди хорошие. Хорошие. Ничего. Извините, блин. Нет, звук не мой. Выезжали с одним графиком тура, а который на 70% перебился. Да. Хорошо, было шарко очень. А мы уже в туре, то есть концерт и едем в другой город. То есть не знаем, какой город. Вот. Мы приезжаем в Шарковщину, просыпаемся, а там петухи. Блядь, где мы? А там оказалось город одно-двухэтажный. Дени, расскажи про Шарковщину. Про Шарковщину? Да, про... Короче, селимся. Селимся такие номера взяли, неважно, это пропустим. Наумов нашел. Поднимаемся в номера, а там две кровати, умывальник. Туалет в конце коридора, ну ладно. На 38 комнаток, одна уборная, ничего страшного. Сходим по очереди. А жарко, лето, ну помыться-то, извините, хочется. После концерта мокрый, как сволочь.
Вот. Ну, мы же артисты, мы же столицы, а? Надо же марку блести. Я к администратору говорю: девушка, типа, извините, а душ есть? Она отвечает: так у нас воды горячей нет. Я говорю: да нам по барабану. Типа, душ-то есть? Нет, нету. Я говорю: а где есть? Молчит. Я говорю: хорошо, есть в вашей гостинице номер люкс. Да. Я говорю: в номере люкс есть душ? Да. Я говорю: окей. Снимают, давайте номер люкс. Нет, нельзя. Почему? Только с личного распоряжения начальника облсполкома. Ладно. Типа, блин, я говорю: хорошо, а где у вас моются в таком случае постояльцы гостиницы? Она говорит: в бане. Я говорю: хорошо, баня как работает вообще? Вторник, суббота. Как вы понимаете, это был и не вторник, и, естественно, не суббота. Я говорю: блин, барышня, что нам делать? И вот, внимание, ответ – уречку. Уречку! Все! И все равно, шагу сюда и спойлер. Она не работала, Ваня. Джоя, ты готов, братан? Еще раз. Видали, как может, да? Давай. А смотрите. Женя, давай еще раз. Молодец. Золотой. Сейчас все равно не попадет, ни хрена. Давай. Я не запрещаю. Я пойду курить. Я пойду курить.
Антран, Саша, антран! Нет. Вам нужен, пожалуйста, курить. Нет, мы не ущербом хотим. Всегда в этой жизни приходится чем-то жертвовать. Вот такая она жизнь, сука. При всем уважении к Максу. Макс уже он курит. В чем проблема? Тебя не понятно. Сейчас очень серьезная песня. Надо очень хорошо сыграть, потому что очень сложно. Будьте любезны, еще покажите ее, пожалуйста. Песня серьезная. Песня серьезная, но серьезная покажет. Наливайте 5 минут, мы успеем покурить. Пошли, надо. Наливай 5 минут, правда? Как Маша обещает. Мы шутим, ничего, это что? Я вставлю, ты с нами не вставала, а хвора.
сделали. Ну, по-моему, позавчера я покупал, умер вроде бы, да? Я по радио слышал, что это было... Его вообще-то убили. Ну, не в этом дело, но вроде бы позавчера это было. И, кстати, вообще. В Москве, в гостинице Москва. В Москве в гостинице Москва? Да, сбросили в пролет тысяч. Суки! Не то слово. Очень долго. Нужно. Все, что после презентации будет все. Саша должен был сказать, нет, это будет один раз и все. И больше никогда. Истощились все запасы и остались пидорасы!
Спасибо, друзья. Кончили концерт наш. Да, старая песня Дзюбеля. Адама, я обожаю эту песню, просто шикарная. Что, в принципе, уже очень хорошо. О, уже не ухо отвалилось, и все. Ну, спросите что-нибудь, пока Женя лучше на место поставит, а то ж не будет. А что у Жени отвалило? Ухо! Слава Богу! Ничего серьезного, просто ухо. Да их два! Одним больше, меньше, не важно. Одно-то есть, слава Богу. Вот. Давайте. Раз, два, три, четыре. Вася бьет!
Thank you.
Спасибо, друзья. Группа велосипедистов. Играем последний лист. Да ладно, крайний, последний. Да ладно. Саша, дом или можно жить? А что играем? Ребят, можно жить. Дом или можно жить? Можно жить. Жить. Можно жить. Ну, попробуем еще раз. Потом сделаем. Бис только за деньги. Ну, так получилось, что... Слушай. Она не ложилась, монетка тронула, и солнышко закатилось. Жилья не просыхая, на пустые божьих милость. Надеюсь, им не осталось, и что, ничто не случилось. И так, вот ж нашлись, и так, вот ж нашлись, и так. Можно жить.
Друзья, пожалеем Настю. Ну, по домам, да, пожалеем Настю. И сейчас мы сыграем крайнюю. Я вижу свою крайнюю, последнюю песню. Мы же не летчик. Да. Последняя песня сегодня. Какая? Бай. Если мне еще паре принесут чуть-чуть коньячку, то мы не сыграем. Тогда две? Тогда три. Тогда вечер не заканчивается. Друзья, спасибо. Группа журналистов. Мы старались. На самом деле мы старались для вас, для и для Настеньки, нашей солнышки. Так, Настенька. Пусть все будет хорошо у нее. Ну да, и девочка наша. Раз, два, три, раз, два, три. Thank you.
сказали, выпьем, друзья, выпьем за блябуду, за буду бля. А что делать? А что делать? Много ли, сложно ли, выпьем, друзья, выпьем за блябуду, за буду бля. А что делать? А что делать? Я буду знать, я буду знать.
Спасибо, нам очень приятно. Спасибо, друзья. Браво! Ждем всех в понедельник. На огромном концерте группы «Нерадивель». 3 часа будем хуяриться.